Ногу понял. Все, нормально. Всем здарова, дорогие друзья, с вами Армистер Текузака, и сегодня у нас будут писюканистые бои. Ага. Mount You Friends. Ага, всем здарова, друзья, и я вообще впервые в такой играю, и что-то я чуть-чуть я не понимать, как это... В смысле? Сегодня мы, короче, будем покорять козьи горы, ага. Всякие штуки, и я тут пока тебя не было, короче, пока ты меня ждал. Ага, и ты уже научился играть, да? Я так понял. Я лица добавил, я не научился играть, но нифига себе. Я, значит, буду безликий, ага. В смысле? Что нам нужно делать в этой игре? Что? Ты победил, типа, просто? Кнопку старт. О, вот это да, вот это да. Ну ладно, я пошел двигаться. Друзья, если вы хотите чего-то подобного, то просто заспамьте нас плюсиками в комментариях, чтобы мы знали, что надо снимать такое все. Всегда важна. О, боже мой. Сейчас нужно понял на меня забраться и вышли. Сейчас будет нормально, Вася, все. Сейчас будет как... Как задумали. Оседлай козу эту. Сейчас оседлаем. Ты заметил, какое лицо у моего перса, да? Да, ну, какое-то странное. Сейчас, да, а как мне надо переключить? Странное. Оба. Ну, я поваляюсь пока что, так, отлично. Да я вообще не понимаю. Это так сложно. У тебя 20 секунд. С ума за 20 секунд. Ты что, на клаве играешь, серьезно? Нет, я на геймпаде, я не понимаю. Тебе нужно стать по уровню выше меня, то есть ты должен цепляться и... Короче, сейчас научимся, сейчас будет, мы научимся играть, ну не бойтесь. Чё? Я не понимаю, серьезно, первый раз зашел в игру. Это нереально. О, это я начинаю. Отлично, смотри. Давай. Все, я, по-моему, разобрался с управлением. Тебе нужно тянуться к козе. Да, тянемся нормально. Хотя бы вот левой рукой зацепись за нее и поднимись на уровень. Я тянусь. Вот, зацепился одной рукой. И текст у тебя. Подним вверх. Тянусь! Это надо как-то сразу двумя клавишами туда. Да. Вот, тянись вверх! Давай! Что, типа на старт надо нажать? Да, нажми. О, охренеть! Пацаны, вот это было вообще капец! Чё тебя за огурец? Капец! Да на лицо-то мне пофиг, да я посмотрел на твой огурец. Я с ума сошел. Боже мой. Сейчас я своим огурцом тебя пробью так. Ага, спасибо, у меня розовый огурец хороший. Бедный козел, блин. Так ты еще и черный. А я, значит, ему в рот, ты ему в попу. Это симулятор, как изнасиловать козла. Серьезно, что за бред? Давай, забирайся. Реально, пацаны, вот я первый раз зашел, а даже вот не изучал никакого управления. Это для меня очень сложно было. Нужно 50 секунд. Давай. Да как ты забрал? Нифига себе, у тебя там болтается. Он мне помог, он на перевес, понял? Как у хвоста, как у кота хвост просто. Да, он просто меня балансирует. Нажимай. А, я же должен старт нажать, я забыл. Все. О, что, типа новое это? Ладно, погнали. У тебя не негры в команде, понял? В смысле, я не хочу неграми играть. Я хочу. У них всегда большие. А, типа это прозрачный? У них пятая рука есть. Так, надо отцепить и вот так вот. А можно ногой зацепиться, интересно? Можно чем угодно цепляться, вот серьезно. Вот. Тебе вот, так, это отцепляем. Руку отцепи и... Руку отцепил! Это отцепил. Оба! Вот, теперь фиксируйся, если хочешь. Ну ладно, я хочу еще выше. Давай, пошел. А сколько у меня времени? А, еще много. 52 секунды у тебя еще. Ногу понял. Все, нормально. Такое положение. Леонид Аркадьевич, пожалуйста, рекорд пока. Леонид Аркадьевич, почему Леонид Аркадьевич? Конец, друзья, просто самый угарный. Игра. Фух. Немного тоже супер. Надо в таких позах просто застыть. Да? Нет, ну я обязательно потом ее продолжим снимать, это супер угар. Да, чуваки, надеемся, она вам, блин, понравится. У тебя там хорошо-то так встал. Так, вот тебе легче клавиша будет забираться. Опа! Ни хрена себе, ты как на одну голову выше я сразу. Еще его так руку подбрасываю. А, иди в задницу! Было, что тебе? Мне так сложно играть, ты чё? Это я... Чё за кучу ты сделал из своих игроков, последний, ты фиг заберешься. Да, да не, сейчас зацепимся нормально, Вася. Это не гритовская йога. Зацепись и иди. Иди вверх, расти как растение, расти как бамбук, черный бамбук.
Давай, цепляйся и погнали оттуда. Опа, ни хрена себе. Ага, сейчас надо зацепиться бэшечкой, опа. И туда. Я надеялся, что тебе не поможет это. Я еще хочу выше, он мне помог хорошо. Так ты не побил мой рекорд? Я побил. Не-не-не, выше. Ща. Давай. Земное притяжение. Да можешь руку поднять, резко. Да, я так сейчас подниму руку и нажму на эту штуку. Все, отлично, просто такая гора. Узнаешь, что за парень? Не хочу даже узнавать, я запомнил, кто это. Мне не надо все. Мне нормально подробности. Бедный просто козел. Знаете, кто это? Зомби, так скажем, и все, больше ничего не выиграли. Вот так, аккуратно. Да блин, у тебя хороший. Четкий лифчик. Ага. Блин, ты аккуратнее по огурцу забирайся. Возрождаюсь. Да блин, только давай невысоко, а? Так, я надеюсь, я сейчас заркачусь. Не, на самом деле не совсем тяжело. Главное разобраться, что. Нет, стоп. Давай, цепляйся. Дай ногу. Не, у меня такое ощущение, что я проиграю просто. И между ног болтается там. Побил рекорд. Ага. Итак, перетаскиваем свое туловище. Оп. Жесткая битва, серьезно, у тебя не афроамериканцы, чуть-чуть с ногами. А, я выбрал, по-моему, афроамериканцев из-за этого, да, типа... Не забирается он. Я не понимаю, он не хочет подниматься. Ты ногу-то отпусти. Я отпустил, она... И вверх тяни, вверх тяни. Да ё-мо, я дебил. Все, погнали, быстрей. Так, отцепляем. 30 секунд, руку, парень. Опа, хорош, я за тебя болею, это отлично. Ну, ты правильно делаешь, братон. А я должен за себя. Ну, в жопу, я, наверное, это сейчас. Давай, ногу отпускай и переворачивайся. Да я хочу. Да, отлично, все, есть. Фух, ну что? Сделал, боже мой. Чего у тебя такие прикольные персонажи-то? Чего у меня одни игры? Я их сам создавал. Серьезно? Да, там можно с ним создавать. Короче, если чувакам понравится, мы снимем еще. Да. Главное, мне сейчас полностью разобраться в проигнаться. Ты просто на огурец свой сел. Как бы это странно не звучало, но так и есть. Где буква А? Вот буква А. Оп, отлично. Не-не-не, можно разобраться нормально. Капец, уже такая высокая у нас гора, прям. Охренеть, просто Бурдж Халифа. Ну, мне кажется, я уже продую скоро. Хотя она у тебя, смотри, она у тебя не такая ровная, как у меня. Так, да так, я так-то высоко сейчас, но если я сейчас отпущусь, вот. Сейчас упадет еще. Да. Ага, спасибо. Ну куда ты так высоко-то, а? Нет. Офигеть, как он ногами держится? Я без понятия вообще. Ты какой? Ага, иди в задницу. Вот такой уровень я тебе поставлю. Ага. Да я и играть не умею, а ты, блин, это мне уровни ставишь. Так. Конечно. Мы просто с тобой, наверное, побили самый этот рекорд с книги рекордов Гиннесса. Ага. Мы побьем сейчас это. Сейчас ты меня побьешь, наверное. Ага, так. Давай, цепляйся. Все, чувак. Да цепляй. А почему не цепляется? Ты должен зажать. Вот, все, зацепился. Отлично. Отпускай теперь все остальные и возрождай. Вверх! Оп! Давай, чмокайся еще раз. Оп. Ты в жопу этого негру головой залез. Оп! Ой, слушай, да ты лучше. Давай, я лучше тебя, и это очень даже хорошо. Фиксируешь. Хорош, отпусти меня. Да, все хорошо получается. И мы как... сюда облаков добрали, жесть. Охренеть. Так, и еще хочу последний рывок. Вот. Не-не-не-не-не-не-не. Еще хочу. Так, оба. Просто капец какой-то. Все, друзья, я разобрался в управлении. У меня сейчас самый топовый игрок всея Руси, смотри какой. А почему всея Руси? Ну посмотри на лицо, офигенский, да, парень? Ну у тебя, да, но у меня самые нормальные человечки. Мне этот чувак прям нравится. Ой, капец, бедный козел, бедный просто козлина. Я буду, короче, понял, как по две клавиши. Верхние, руки-ноги. Ага. Регулировать буду. Вот. Нет, друзья, вообще даже сами поиграть в эту игру, она капец какая, да, просто поугарать так с друзьями. Хватай! Так, давай. Юран у нас все схватил, круто. В смысле, Юран? Давай. Не видно лиц, что ли, моих? В смысле, у тебя просто открытый рот? Да? Да, и все, у тебя ничего с лицом нет. Ты потом меня посмотри, я лицо поменял игрока. А, да, серьезно? Да, ладно. Тебя, наверное, не видно. Ладно, все, давай останавливайся по-дружески, красавчик. Все, нормас. Так, оп. Оп! Ты понимаешь, что у нас одинаковые?
Так. Времени-то у нас одинаковое количество. Ага. Башня-то выше и выше, сложнее и сложнее. Давай, дотягивайся. О, жесть, парень, жесть. Оп. Я смотри, я прям как карабкаюсь, как прям это, Индиана... Краб какой-то, что это за фигня такая? Оп! Так. Джулем своим. Оп! Ты давай! Ты не собьёшь. Не, я не собью, аккуратно. Я почти что аккуратно. Это? Давай, что дотягивайся, он не цепляется. Так, ладно, хорошо, этим прицепился. Погнали дальше. Ой. Тихо. Фу. Давай, короче, кто из нас проиграет, в конце концов, какой-то челлендж. Оба! Все, я тебе немножко сделал, так сказать, полегче. Старт? В смысле, да. Заново, типа, а, не? Не-не-не, все. Давай какой-нибудь челлендж, кто проиграет в конце, устроим челлендж. Не-не-не-не-не, надо давай, никаких челленджей. Боишься? Давай, вот если это видео нормально понравится всем, если здесь наберется много лайков, то мы продолжим это и снимать, и у нас будет челлендж, типа. Вот, ну такая, да, вот давай, такие вот условия. Давай, короче, друзья, вот просто от вас зависит. Заплюсуйте там и лайкосики нам поставьте, и мы будем челленджи-то всякие охренеть, выполнять. Как я собираюсь? К примеру, ногами вообще. Смотри. Я разобью там яйцо, или Армен разобьет. А, давай, давай. Ну, мы узнаем, кто разобьет. Капец, у тебя если... тяжелая лесенка, посмотри. Так, пошел! Мы верим, охренеть, короче, вас, да. Чуваки. Давай, давай, у тебя вот просто такая сложно. Еще эта мохнатая грудь. Давай, давай, я верю тебе, ты сможешь. Вот оно, вот оно, вот. Давай! Срочно! Ага, иди в задницу, что ты так высоко-то... Я это... прям просто небоскреб какой-то нью-йоркский тебе устроил. Ага, спасибо, блин. Мне хватило твоих неба... Да цепись ты на... До небес, ты в рай уползешь, серьезно. Да все нормально. Что это? Так, давай. Настоящий сокол. Сокол тысячелетия. Сокол тысячелетия. Тысячелетия или десятилетия? Тихо. Пока 17-летие. Так, отлично. Отлично. Оп! Хорош. Я просто забираюсь, как... Тихо, не на ту клавишу нажал. Так, давай. Мы скоро звёзд коснёмся. Отлично вообще. Так, теперь я как у понимаю, надо... вообще сложная ситуация, ты в жопе у кого-то. Отлично. Так, теперь надо вот так забираться. Ладно, так я не заберусь. Пошёл! Я не могу забраться, давай! Схватись за меня, схватись! Схватись, сделай! Давай, давай, я сделаю это! Давай! Последнее, руку отцепи! Да. А, да! Фух! Сделал на последних секундах, успел. Это так уже сложно. Этот перс меня доколает больше всего. Ты потом... Да у тебя одинаковые вообще персы-то, ты чё? Не, ты потом посмотри, какие. Вот у меня, кстати, белые, но не все нигеры. Ты потом посмотришь, какие персы были. Надо бы мне тоже было как-то разобраться и сделать своих персов. Да блин, ты как-то по-профессиональному сейчас начал двигаться, слушай. Так, я не знаю сейчас. Как они просто держатся, я не понимаю до сих пор. У них клеечатые писюн... клеечатые ноги, скорее всего, это какой-то кобзец. Наггинсы у них клеечатые. Ага. О, давай, давай, давай. А вот тебе сложно будет у тебя, потому что да, она туда убирается. Отпустись ты! О, все, слушай, я офигенно сделал. Ага, красавчик. Охрененский, я новый Человек-паук, понял? Давай только не высоко, а то мне как-то страшно... О, отлично. Не-не-не, да какого хрена? Вот так. Нет. Это топово. Нет. Сможет ли Кузака побить сегодняшний мой рекорд? Уть! Узнаете после рекламы. Узнаете давай! После рекламы, ты прям как Малахов, который уходит с Первого канала. Кстати, да. Я тоже это видел. Боян. Боян уже, да, типа? Так, Боян, две теперь... минуты посту. Боян. Ни хрена он там тужится, прям как будто я в туалете. Так, давай. Прикинь, как нелегко первому чуваку, который вот, если бы это все в жизни... Кстати, да я бы уже бы сломался там бы. Так, отлично. Ты что-то за огурец чей-то схватил. Да, кстати. Чуть-чуть есть. Это твой перс, это твой игрок. Да-да-да. Да мне надо как-то... Так, отлично. Теперь на Y, на B отжать. И погнать дальше. Так. Смотри, ты сам-то уже офигенно играешь. Да, отлично, отлично. Отлично, я тебе особо не буду сложности там делать, а то еще... Прикинь, еще свалиться, это такое будет. Как ты там? Дед. Не-не-не. Не, ну вроде, смотрите, друзья, если поиграть так 10 минут, то уже какой-то есть навык. Ты уже просто набиваешь скилл. Да-да-да, но игра просто, здесь можно посмеяться, поугарать, так очень хорошо. Кстати, а как она называется? Мы так и не сказали вроде. Mount You Friends, я сказал. Да-да-да, Mount You Friends. Нормально все. Давай, у тебя еще одна минута как бы. У меня ноги перепутались, так, какие клавиши? Я, кстати, тоже иногда путаю.
Да, схватить ты. О, не, ну это вообще что-то оригинальное такое. Грабошлёп, ну давай же. Чё мне хотя делать? Игрушка, знаешь, уже такая более... Ты чё за фрисёный взял? Здраченец. Вот, зато, вот. Вот молодец за писюнку, а то это кого-то там. Тихо. Я надеюсь, что ты проиграешь просто. Давай, давай, давай. Может быть, кстати, может быть. Да не, нет, ты сейчас затащишь, там немножко тебе осталось. Коряво. Кстати, а как твой это голубой персонаж там так зацепился, это я не понимаю. Да, я за член Леонида Аркадьевича. Леонида, почему Леонид Аркадьевич, я не понимаю. Может, там у него лицо Леонида. Давай отожми все клавиши и упади в попу мира, пожалуйста. Пожалуйста, 19 секунд, давай! Я верю в тебя! Не-не-не-не-не-не-не, да! Я знаю, что я выиграю сейчас, я знаю. О, чувак, да, может быть, скорее всего. Хотя там тебе еще чуть-чуть. Тебе еще чуть-чуть, 7 секунд. Давай, давай, ты сможешь! Ты сможешь! Со всей скоростью ползи! Давай, нет, все, я выиграл! Я выиграл! Кузака Games Wins! Жесть! Фух, надо было с тобой это на задание играть все-таки. Ну ладно. Ну да, если чуваки оценят эту игру, то мы в следующий раз будем играть на задание. Да, 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 вот просто ставьте лайкусики, не жалейте, угар только будет продолжаться. В принципе, друзья, с вами были Кузак и Армистед. Подписываемся на наш каналчики, ставим лайки, как мы уже сказали там, да? Все про челлендж. И оставляем свои позитивные комментарии. Ну и все, дорогие друзья, всем удачи и всем до скорого. Всем пока, друзья. Твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем. Я люблю, ты далеко, далеко. Смеются даже небеса. Но мне легко, так легко. И верю я в чудеса.